К сожалению, нам приходится сейчас идти в загончик, но вот так, такие у нас, к сожалению, сегодня дикие условия. Почему дикие? Нормально условия. Вообще я навижу, правильно? А, да, да, ты Так, давайте забирайте ситуацию, давайте. Что значит не трогайте милицию сюда? Да, и вот этих вот переписать всех, выяснить, что это за фраерки появились. Как в Кремле платят, нормально? Патриоты. Зачем в кадре стоял, непонятно. Мгновение перепишите, пожалуйста. Они социально близкие, так что они их не... Не, не надо, они обязаны на работу. Обязаны, да, но они социально близкие. Да, да. Социально близкие, ребята. Надо фиксировать всех этих, их фамилии останутся навсегда вписаны. Кто выходил, кто... Не волнуйтесь, что заявление, что сейчас не переживайте, все нормально. Можно много чести, да? Это убедительная просьба. Еще раз повторяю, уважаемые граждане, убедительная просьба не участвовать в несогласованном законном порядке публичном мероприятии. За участие в несогласованном законном порядке публичном мероприятии все участники будут задержаны и доставлены в отдел полиции. Привлечением к административной ответственности по статье 19.3.20.2. Граждане, не поддавайтесь на призывы к совершению правонарушений. Соблюдайте законность и правопорядок. Данное публичное мероприятие проводится с нарушением. Нарушение федерального закона 54. О приведении митингов, собраний, пикетирований 6 от 19.06.2004 года за участие в данном публичном несогласованном мероприятии вы можете быть задержаны и доставлены в органы внутренних дел с привлечением к административной ответственности. По статье 19.3.20.2 Административного кодекса. Граждане, соблюдайте правопорядок. Не поддавайтесь на призывы к совершению правонарушений. Давай здесь. Дорогие друзья, мы начинаем наш сегодняшний митинг. Хочу вам напомнить, что мы встречались со многими из вас 30 декабря в день вынесения приговора Алексею и Олегу Навальным. Мы с Андреем Пивоваровым обещали вам на Малой Садовой 30 декабря, что мы добьемся проведения митинга, куда можно будет прийти, не боясь разгона. 15 января, Марсово поле, мы сегодня встречаемся. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Мы со своей стороны сдержали слово, и мы сегодня будем вести...